В Магадане сотрудники ГЛУДа устанавливают елки к Новому году. В поселках Сокол, Уптар и Снежные зеленые красавицы уже готовы. Сейчас конструкцию оформляют на Магаданской площади, автотеке, Пионерном и в районе Торгового. В этом году в городе поставят 12 елок. Над одной такой конструкцией трудятся 6 человек и 2 единицы техники. Вообще у нас на оформление идет где-то в районе 5 дней с лаником. Вот. Она собирается из двух частей. Мы сначала там ее сформировали макушку, потом макушку ставили, там формировали наверх, потому что высоко. И сейчас вот уже оставшийся низ. Подготовка города к главному зимнему празднику занимаются и другие коммунальные службы города. Комбинат зеленого хозяйства устанавливает горки, а также заготавливает лед для конкурса «Магаданский хрусталь». Горсвет украшает областной центр к Новому году. Световые консоли, светодинамические шары. Кроме того, в начале декабря стартует традиционная акция «Магадан зажигает новогодние огни».